Всем-всем привет, дорогие наши зрители! Итак, сегодня будет любимая рубрика, это распаковка от любимого Василька. Очень удачно прислали, сегодня уже середина мая, то есть скоро мы едем в Турцию, и там как раз вот такие два сарафанчика, которые мы с мамой хотели взять с собой. Померяем, посмотрим, как нам это все подходит, не подходит, ну а вы, как всегда, оцените и напишите. Сейчас мы с Леной заехали на почту и потом поедем к Лене домой. После съемок любимого Василька мы отправимся, как всегда, на дачу. Заехала, вот покупала себе, похвалили вот такой вот здравень для клубники. Вот хочу сегодня посмотреть, корневая подкормка, как лучше сделать, растворить в теплой воде, еще раз полить свою клубнику и спокойно поехать в Турцию. Ну, а птицы с удовольствием поклюют ягоды. Но если папа успеет сам снять, потому что птицы клюют ягоды у нас, и нужно будет накрывать пленкой. Папа потом все нам расскажет, снимет на видео, все это посмотрим. И сейчас уже мы после съемок Василька поедем на дачу работать с мамой. И смотрю, то опять то дождь, то солнце, то дождь, то солнце. Погода нас не балует, не балует в мае. Ну, ничего, как говорится, прорвемся. Дела можно делать и под дождем, если что. Ну, так, внимание, распаковываем любимый Василек у Лены. Вот, вчера были в Царицыно. Вот мы... На память у нас фотография какая классная. Так, вот она такая у нас небольшая посылочка от любимого Василька. Ивановский трикотаж, телефон горячей линии. Присылает очень быстро. Ну, вскрываем, ждем наряды для нашего отпуска. Так, все, начинается распаковка от любимого Василька. Здесь у нас сегодня будет два платья, один костюм, ночнушка для моей тети. И самое главное, я очень-очень давно хотела, заказала себе, представляете, 6 штук необыкновенных салфеток. Да, у меня есть такая красивая скатерть. Ну, обычно, когда приходим, что мы даем людям? Мы даем, ну, полотенчики, да, вот это вот обычно, когда. А теперь, когда придут гости, у меня будет 6 вот таких салфеток. Они необыкновенные, посмотрите. Да, да, ну, у меня белые такие, они очень хорошего качества и очень красивые. Вот здесь вот. Кружевные. Их 6 штук у меня. А внутри лен, по всей видимости. Я вот так вот по... Да. Вот эти салфеточки, 6 штук, комплект мне обошелся. 1458. Смотрите, какое красивое кружево. И очень красивое, вот 6 человек. Вот 6. У нас в компании 7 человек, придется еще дозаказать одно. Ну, у нас семья 7 человек, и когда мы все собираемся, представляете, как приятно. Вообще такие... Нежные. И их, причем, они там не всегда бывают. Вот я в прошлый раз заказала, и потом не было, потому что хотела еще дозаказать. Поэтому вот если сейчас есть, то... И очень удобно, что можно заказывать поштучно. В общем, одна салфеточка стоит 243 рубля. Если вам надо 3 салфетки, 2, вот мне в следующий раз одна нужна будет, потому что я как-то немножко 6 заказала, а надо было 7. Наверное, может быть, они по 2 даже идут. Но очень просто, необыкновенно. Что поштучно тоже можно, да? Вот это полулен, бутоны роз. Вот так они выглядят. Они подходят, мне кажется, к любому цвету скатерти. Да, какая разница даже, даже вот так вот. А, ну, красивые, нарядные. Очень. За счет кружева они нарядные. За счет кружева они нарядные. Спасибо большое, любимый Василек. Теперь... Сидя за столом, всегда, когда берешь в руки, будешь вспоминать. И всегда, когда одеваешь какую-то вещь, какой-то костюм, сразу, а, любимый Василек, вот и все. Так, и еще я себе заказала, у меня как-то цвет настроения. Сейчас мне тянет почему-то на все светлое, вот по полотенцам, по постельному белью, по всему. Я заказала себе вот такое полотенце. А разве у тебя всегда такого нету? Я всегда светлые какие-то стараюсь брать. 168 рублей полотенце производства Узбекистан. Вот, это для лица, надо 100% хлопок, 50 на 90. Отличного качества, прямо с утра встаешь. Умылся, улыбнулся новому дню. Новый день. Не могу налюбоваться теперь, Лена. Теперь любуюсь полотенцем. Ну, есть на что полюбоваться. Да. Так, ну с чего начнем? Ну, начнем, конечно, мы... Я заказала 2 сарафана, это, наверное, платье-полоска джинсовое и платье-полоска винный цвет. Это 2 платья. Я их сейчас померяю для вас. Это 2 платья для мамы. Я вообще-то редко вот ношу такие платья, но есть здесь почему 2? Потому что если мне понравится один маме, один мне будет. Это мы заказали для Турции. 54 размер. Ну вот давайте начнем, называется платье джинсовое. Сейчас я для вас его померю. Стоят они недорого,
платьица стоит. Я, по-моему, подобное заказала. Да? Ну, посмотрим потом. Мне тоже пришла посылка. Мы с Леной не сговариваемся, если вы думаете. Мы вдвоем, как над учебниками, над заказами. Ну, это потому что этот стиль один и тот же. Вот такое симпатичное платьице. Разворачиваем его. Показываю его вам. И сейчас с удовольствием для вас его померяю. Вашему вниманию представляю вот такое платье. Это размер 54. Оксана в нем утонула. Я почему-то в нем утонула. Не знаю почему, наверное, мне все-таки на это уже все-таки 52. Потому что, знаете что, зрители, камера очень сильно увеличивает. Да. Когда вы смотрите по камере, вам кажется, что мы вообще там 60-го размера. Но это неправда. Вот. Ну, в общем, вот так вот смотрится это платье. Я, ну, вот. Тут, понимаешь, не угадаешь, 52-й грудь-то, ну, я не знаю, вот если по груди, то оно как раз. Нет, есть какие-то вещи, которые маломерят, а есть вещи, которые... Не, Лена, я все-таки думаю, что 54-й самое оно. Вот так вот оно выглядит, тут разрезики. Вот если мама себе ставит, ну, пожалуйста, если мне, естественно, я его укорочу вот так вот. Это потому что я не люблю длинные, кто-то любит, кто-то нет. Вот так вот оно смотрится. Как тебе? Джинсы, смотри, такая, здесь два кармашка. Ну, мне кажется, немножко просто тебе великовато. Ну, а в целом, вот кто любит такого плана, как халатик, я такие тоже люблю, как халатик, чтобы застегивались. Я тоже люблю, как халатики. У меня от Василька, вы знаете, в Доминикан у меня есть любимая рубашка, она со мной ездит по всему свету. Короче, мы ее с ней в Турции поймем, мне нравится. Вот ну, просто вещь. Вот если, допустим, в Турцию ехать, там же очень жарко, и как раз хорошо, конечно, когда она вот прикрывает там рукава, ну, когда идешь, жарит тебя со всех, конечно, сторон. Во-первых, это невесомая ткань. 100% хлопок. Во-вторых, ты одет на купальник. У тебя здесь, да, купальник будет, ты идешь. Нет, Лен, 54-й нормально. Вот грудь, видишь? Нет, 54-й все-таки. И она здесь, правильно ты говоришь, закрывает. Я, допустим, палиться под солнцем, да, не люблю. И такое, ну, длина. Ну, легкая, все закрывает. Все тело закрывает нравится. И легкое к тому. Очень же. Напишите мнение, дорогие наши зрительницы, как вам вот такое платьице. Ну, я не знаю, я считаю, что мне хорошо. Вы, может, считаете по-другому. И очень похожее будет платье, тоже такого же плана, оно тоже 1424. Это идентичное платье, значит, оно мне, наверное, тоже будет немножко, может быть, большего. Следующий выход. Походка от бедра. От бедра. Вот, смотрите. Мне кажется, даже эта расцветка еще даже поинтересней. В общем, я сделала вывод. Очень мне нравится, что здесь карманы. Карманы для телефона. Ну, конечно, ты нагнешься, и у тебя с кармана все выспится. Ну, 1500, грубо, округлим для платья, смотрите. Оно... Нет, оно невесомое. Невесомое. То есть мы возьмем эти два платья. Для теплой погоды самое, что ни на есть. В общем, ну, все-таки эти платья больше подходят моей маме, 100%. Ну, маме вообще будет, да, идеально. Да, маме будет идеально, она готовится к даче, поэтому она не любит в последнее время сниматься, говорит, зачем я буду это делать, молодежь, мол, я буду, да ладно. В общем, смотрите, и это платье. И это платье мы обязательно возьмем с собой в Турцию. Вообще шикарное. Отлично, шикарное, да. Оно и мне очень нравится. Но оно легкое. Да. Вот ткань. Смотрите, вообще идете, просто вообще ничего не мешает. Невесомо. Напишите, какой вам вообще цвет больше понравился. Мне вот и это нравится под джинсу, но это мне, наверное, просто больше идет, оно немножко поярче. Угу. Вот так вот. 1424 стоит, так что... Слушай, мне так нравится. Ну, не, оно действительно классное. Так что вот, заказывай. Я ничего не могу сказать. Ну, как бы тут, вот покажи поближе. И шовчики ровненькие, угу, и кармашки, и пуговицы, смотри, какие красивые. Ну, не знаю. И размер, смотри, и разрезики такие, не скажем, ну, такие в меру, угу, в меру. Все в меру. Вот так вот оно смотрится. Отлично. Со всех сторон. Со всех сторон вам показала. Давай я дальше посмотрим. 1960 стоит вот такой костюмчик. Конечно... Мы с Леной болтаем, Лена говорит, тебя привычнее видеть в костюмах. Ну, мы привыкли вот в костюмах. Я вот я тоже себя сейчас от Василька полностью. Да. Вот полностью одета от Василька. На работу, потому что, ну, у нас такая работа. Да, где нас... ящик поднести, где работа что. Работа у нас физическая, поэтому да, все. Ну, смотрите, почти 2000 рублей без 40 рублей. Очень приятных тел. Вот мне в таком... Ну, вот знаешь, я просто как это думаю, вот представляю тебя с ящиком и вот в сарафане, допустим. Не-не, или за рулем, я не могу. Если, конечно, девчонки ездят там на каблуках, нет, я не могу. Да. Мне нужно по-спортивному, потому что я вообще очень шустрая. Вот мы сегодня встали с утра, побегали с Юрчиком, поджимались на стадионе, понимаешь? И все это костюмы уходят, да, поэтому да, мне да, миллион. Завтра, допустим, я сниму видео вам уже в этом костюме, где мы на стадионе.
бежать. Ну и на даче. Сейчас, вот, сейчас как раз вот такое время, когда вот на улице там 17-15, сегодня 12 градусов. То есть без костюма никуда. Да. Ну и что я хочу сказать. 54-й, 1,66 м у меня рост. Не маленький, не большой. Сидит идеально, я считаю. Мне нравится. Ну, цвет, на цвет там выбирайте. Бруклин написано. Что мне написано? Из Бруклина ты у нас. Да. Девчонка из простых. Я девчонка. Ну и футболку теперь так, уже. И так как, значит, вот это мое любимое. И футболку, конечно, для мамы. Ну, очень нравится платье. Вот прям но вот. Ты потом, может, на дачу возьмешь, может, мама там согласится померить. Потому что вот... маме вот идут почему-то. У нее как-то вот ей идут платья, маме. Ей очень все платья идут. Да. И вот я не могу. Вот, смотри, и она у нас всегда и ходила всю жизнь в платьях. Это вот уже когда переехали там как-то вот Москва, брюки там. Видишь, и вывески такие. Да. Ну, Сидней, все страны тут. Лондон, Гонконг. Платьице такое, знаете, с намеком, чтобы мы посетили с Ленчиком как можно больше стран. Название стран на платье. Прикольно. Просто вот прекрасно к телу. Тонкое-тонкое. Это для мамы кусочек пиццы здесь. Меньше 500 рублей она стоит. 493. Ну, грубо 500 рублей. Что нравится? Длина. Свободно. Не в обтяжку. Вот здесь видите, как подъем. С отворотиками. Да. Как блузочка. И она не тонкая. Она все-таки плотная. Плотная. Смотрите, какая ткань. И вот очень даже комфортно. Футболок вообще много не бывает. Вот это ни дома, ни летом, нигде. Нравится. Ну да, но и к тому же не на года же берешь. То есть, как бы, ну, поносил там месяц-два, она тебе надоела. Вот мы уже с Оксаной тоже говорим. У нас уже все вещи, они, ну, там, 2-3 сезона, да, ты их одеваешь. Уже на 4-й сезон тебе неохота их надевать. То есть хочется что-то новенькое. Нет, а вот на самом деле, когда дома шкафы разбираешь, да, вот прям много-много у меня висит. Я еще в Испании, да. В Болгарии. И выбросить жалко. Выкинуть жалко, потому что они еще в идеальном состоянии. Но одеть их вот уже тоже у тебя есть фотографии. Фотографии уже с ними, ты их уже одевал, так же, как Пуласа, вот этот мы покупали, уже затаскали, мы и в Крыму были, и в Турции были. А они вещи-то хорошие, им сносу нет, но все время одно и то же, хочется что-то новенькое. Так что вот такая. И следующая, последняя модель, то, что я получила, ну, это будет ночная для тети Раи. Мерить ты ее не будешь для тети Раи? Я буду мерить. Да нет, ты ее просто покажи. Не, зачем померяю. Тебе ее мерить? Ночную-то. Ничего страшного. Я просто хочу сказать, что, ну, как бы, вы все знаете, что мы постоянно рассказываем о любимом Васильке. Но я хочу сказать, у них постоянно меняются вот коллекции. Они что-то делают все лучше и лучше. Мне нравится, как они шьют вот всякие брючки. Брючки, да? У них хорошие лекала. Мне очень нравится ассортимент женской одежды, мужской одежды, детской одежды. Все для дома, скатерти, шторки. В общем, такой выбор достойный. Заходите на сайт и все сами увидите и посмотрите. И вот такая ночная. Смотри, она такая прямо тянется на все размеры. То есть вот здесь вот это 58-й, вот предполагается вот такая грудь. Ага. Ну и... широкие бедра. Стоит 1000 рублей. 1014 рублей. Ну, я не знаю, мне нравится. Смотри, как она сделана. Самое главное. Нет, ну она легкая. Вот кто любит в ночную. Я просто в ночнушках вообще спать не могу. Вот не мое. Вот ночные я даже, не мое. Да, в ночных не сплю, но мне кажется, очень приятный цвет. Тетя Рая на ростиках. А сама по себе ночнушка Конечно. Классная. Да, и смотри, это будет прекрасный подарок. Мама решила. Свободная. Свободная, да. Она, видишь, она тянется. Она не та, как одела, и ни туда, ни сюда. Нет. Да не, ну вот хорошо. И тебе Затянула. Да, погода у нас сегодня. Да. Так что, смотрите, она смотрится даже по-молодежному. Я думаю, женщина в любом возрасте, будь тебе 60, 70, 80, все равно в душе мы все остаемся детьми. И все равно, ты ж, даже тебе там 80 лет, ты подходишь к зеркалу, правильно? Девочка, девочка. Какая? В душе-то ты девочка, ты видишь, ну, просто другую оболочку. А душа, она у нас не стареет. Вот это очень хорошо, кстати. Так что ночнушка, я думаю, тетя Рая нашей понравится. Да. Ну, в общем и в целом, давайте поделимся своим мнением. Мне понравилось все. Все. Для себя костюм спортивный, для мамы два платья, для мамы футболка и для тети Раи ночная рубашка. Но самое главное для меня – это 6 прекрасных салфеток. Очень люблю, когда дома красиво, уютно, чисто. Это, конечно, здорово. Так что, друзья, обратите внимание, кто еще не знает про сайт «Любимый Василек». И они есть в Инстаграме, понятно, сейчас уже многие не пользуются, в Телеграме, ВКонтакте, в Одноклассниках. Просто набирайте
ивановский трикотаж, любимый Василек, и они вам, конечно, с удовольствием поделятся, вышлют все, что вы хотите, ответят на ваши вопросы. В Дзене они есть. Я, кстати, тоже пытаюсь развивать Яндекс.Дзен и видео вот смонтирую и обязательно опубликую. Ну и также контакт. Надо развивать контакт. У меня есть просто личная страница ВКонтакте. Ну, я тоже буду развивать. Мне нравился чем Инстаграм? Он и сейчас там только пользуются люди по-другому. Что там всегда вот смотришь ленту и удобно. Я не знаю, как вот Телеграм вам? Удобно, неудобно? Если удобно, я все буду скидывать в Телеграм и с удовольствием буду с вами там общаться. Вот, а сейчас иду на улицу, сейчас мама подойдет к машине и в дочь поедем на дачу. Ну а что делать? Будем помогать. Я немножко неправильно сказала по составу ночной сорочки. В составе идет 95% вискозы и 5% лайкра. Это не катон, так что простите меня за то, что ввела вас в заблуждение. Все остальное я сейчас уже проверила. Все написано в составе. В составе написано катон. Вот, 100%. Видите, с ночной немножко вискоза. Поэтому она и тянется во все стороны. Так, привет, мама. Что-то несет букет цветов бережно. Мама, такие зачетные прислали два тебе сарафана. Да. Я думаю, что тебе очень понравится. Ну, хорошо. Но сейчас на даче я тебе просто ты мерить не будешь, но покажешь. Кстати, мама тоже в любимом Васильке в кофточке находится. Да. Да. Ну что, let's go? Да. Заехали в садовый центр с мамой. Взяли вот таких два мешка. Биопит профессионал. 480 рублей стоит мешок. Так, и вот второй. Дорого, конечно, но говорят, хорошее. Все хорошо, но ветер сумасшедший. Все тут у нас кверх ногами переворачивает. Мама переживает за цветы, конечно, за все. Ну что, мама, полегли? Полегли, нет? Купила мама. Не полегли? Мука доломитовая. Дёготь. Подожди, сейчас ко мне подъедут на минутку. Кто подъедет? Человек. Да ничего, мама переживает, прижились. Фу, как новенькие. О, красота. Все прижилось, все отлично. Ну что, мамуля, хочу тебе показать, чтобы ты теперь воочию увидела, что мне прислал Василек. На, доставай отсюда. Первая это ночная. Вот, как ты думаешь? Вот, да, это тетя Рая. А, тетя Рая. Ага. Я уже, видишь, опять запаковала все. Ну да. Это вискоза. Тянется хорошо. Два, как я. Да, ну, нормально. Нравится? Да. Ну да. Я тебе все показывать не буду, я тебе еще два платья твоих сейчас покажу. Ага, ну сейчас. А и салфетки хочу похвастаться. Давай. Футболочка, мама, белая, очень свободная, хорошая. Да, ну можешь посмотреть, вытащить. Плотная такая ткань и свободная. Ой, хорошо. Видишь? Да, нормально. Молодежная. Да. Будешь в ней ту-ту-ду-ту зажигать в Турции. И вот таких вот, мама, два шикарных платья. Ну, мерить мы тебя не будем заставлять, я все показала. Смотри, какие они легкие. Рубашечного плана. Ой, смотри, хорошо. Какие длинненькие, как ты любишь. Да. Вот такой вот цвет. Вот, смотрите, вот маме вот, это вещи для мамы на самом деле. Да. Возьмешь же их с собой, да? Конечно. И посмотри, точно такой же, только джинсовое. Мам, ну единственное, оно, наверное, будет тебе тоже чуть-чуть большевато, как ну, капельку. Ну, большое, не маленькое, да. Я считаю. Ну, пусть посвободнее. Это же на купальник мы я будем одеть. Итальянцев ходят они. У них в обтяжку нету. Ой, красивый тоже это. Вот, два тебе таких платья. Да. Вот видите как. Очень красивый. Да. И сейчас я тебе похвастаюсь салфетками и начнем работать. У меня 6 штук, мама. Смотри, какая прелесть. Какая прелесть. Да? Смотри. Одинаковые, да, все. Пусть гости к нам приезжают. Да, приезжайте в гости. Да, очень красиво. Да? Прелесть. Да, прелесть. К любой скатерти подходит. Прям такой вот. И хорошее качество. Полулен, что ли, такое, ага.
кружева. В общем, это... Ну, я хотела тебе еще шторы вот с тобой посмотреть. Ну, давай мы уже потом повесим. Сейчас не будем этим заниматься, размениваться. Да. Шторы это будут потом. Еще у нас, конечно, здесь будут висеть шторы. Ну, в общем, замечательные два платья. Да, ты видишь, я вот... Вижу это... штаны от одного костюма, да. Любимый Василек. Это Василек, понимаешь? Вот Василек, как нас да, получает. Да. Вот на Василек, под горлышко. Особенно в такую вот погоду. Да, шикарная вещь. Да. Флисовая. И теплая, флисовая. Да. Мне очень нравится. Это моя кофта. Сейчас я ее одену. Тоже буду в ней работать с капюшончиком. В общем, все. Их шорты, кстати, от любимого Василька. У нас вся дача от любимого Василька. Ну что, к работе готовы. Пару часиков с мамой здесь побудем. Поделаем дела и поедем домой. Сегодня у нас нет такой самоцели здесь находиться до вечера. Вечером, потому что ходить будем сегодня. Когда ты ходить будешь? Будешь сегодня? Короче, такой ветер. Одела шапку. Хорошо на шапке. На даче шапок целый ворох. Еще в этом году пополнить шапку с бубоном привезу на даче. Все, пошли травить муравьев в теплицу. Ну, теплица вещь. Смотри, как здесь тепло. Мама пришла за муравьями, они убежали. Они, видать, почуяли тяжелый пах. Ух ты! Офигеть! Это с доской, наверное, принесли. Вот так вот они и подъедают все на свете. Видишь, сколько... Надо содой сверху палкой прижать их. Так зрители написали, не знаю, правильно, нет? Знаю. Побольше не видишь, скупись. Они вот это. Отрастать. Есть уже. А, отрастать. Да. Ну, в смысле это. А, вот эти кончики да, уже. Да. Ну, да. Где еще проклюнулись? Тут чуть мало им посыпало. Вот проклюнулись. И вон уже, видишь, муравьи побежали. Почему это мало? О, все в муравьях. А может сверху еще и отравы сыпануть? Ну, чтобы для усиления эффекта. Ну, как хочешь. Пойду принесу. Так, посажали это уже. Уже подъедают. Уже подъедают на этих. Так, ты сегодня хочешь высадить вот эти цветы, да, мама? План. И цветы хочу высадить. И это укрыть. Угу. Ну, как раз на пару часов. Ну что, цветы к посадке готовы. Вот все мы принесли из теплицы. Видите, еще какая большая-большая рассада у нас стала. И много ее еще очень. Уж в куче сидят и бархатцы. Говорили маме, не сажай много, не слушает никогда. Посадит и каждый раз, говорит, на следующий год буду сажать. Вообще, говорит, не буду сажать. И так повторяется каждый год. Все, мама, давай мне задание. Я буду, как говорится, выполнять. Что, быстро сказка сказывается. Долго дело делается. Еще клумбы накопали. Вот здесь мама астры сейчас посадит. Вот здесь еще копнули. Видите, травы нет. Как будто так и должно быть. А то, что ведро травы отсюда, ведро травы отсюда. О, мама, красоту какую тут. Все насаживают. Хорошая земля. Маме понравилась вот эта вот. Которые мы купили. Дороговато, но зато хорошо, да, мам? Ну, вот еще вон сколько. Мама в кашпо посадила. Все как положено. Дренаж сделала, чтобы вот все было удачно. И вот красавцы еще такие сидят. Это астры, да, мама? Да, астры. Угу. Я говорю, давайте я буду наклоняться, помогать. Она мне сказала, что не доверяет это дело. Ну что ж, хозяин, барин. Так, а я дальше продолжаю вот... Еще хочу вот эту здесь навести порядок. Сделать тоже очень красиво и достойно. Да, дача это, знаете, такое дело. Вот уже траву только недавно, мы неделю назад ее вырывали. О, пожалуйста. Вот она. Как говорится, голубчики лезут травяные. Ну что, на сегодня завершили работы мы. Вот так. Видите, камни просушить, достала посушить. Клумбочки сделали, цветы посадили. В общем, вот такое видео у нас получилось. Любимый Василек для вас померили. Так что под видео будут все ссылки, описание. Кому нравится, смотрите, заказывайте. Все это любимый Василек. С вами все, поехали домой. Время 5:00 или 6:00, ну не знаю, 5:00, наверное. Я еще не обедала. Так что все, увидимся с вами завтра. Как всегда, ну не знаю где. Пока, наверное, на нашей даче. А там дело будет видно.
Завтра клубнику буду удобрять, сегодня не стали. И вот еще траву надо вот эту всю выдернуть. Это бесполезно. Трава это... Не знаю как. Ладно, все. Пока-пока, мои хорошие.